теперь об авиапроисшествии, к которому приковано внимание не только в Сомали, где все и случилось, в аэропорту Могадишо, с дырой в фюзеляже. Экстренно сел пассажирский аэробус, на борту которого, предположительно, был совершен теракт. Эти кадры выложил в сеть человек, утверждающий, что летел тем рейсом. Видны свисающие кислородные маски и отверстия в корпусе. По некоторым данным, на фюзеляже обнаружены следы взрывчатки. Что примечательно, ни в результате самого взрыва, ни при приземлении в экстремальных условиях из 70 с лишним пассажиров никто серьезно не пострадал. Незначительные травмы лишь у двоих. Худшего удалось избежать благодаря тому, что все произошло практически сразу после взлета на относительно небольшой высоте, поэтому самолет не развалился в воздухе, и экипажу удалось благополучно его посадить.